Привет, я Алена. А я Юля. Наверное, многие уже слышали о приложении Квай. Но, возможно, не все знают, что из себя представляет это приложение. Это супер-приложение для монтажа коротких видео. Мы в Квай только 6 месяцев, а у нас уже более 200 тысяч подписчиков. Квай реально помогает заявить о себе, о своих способностях, талантах и завести новых друзей. И стать популярным. От вас только требуется снимать креативные, веселые, интересные видео. Давайте посмотрим несколько таких. Так, кто идет к доске? Ух, как много желающих! Кого же выбрать, я не знаю! Так, кто сейчас идет по собственному желанию, ставлю на бал больше. Давайте. Я. О, ну, Рома. Я иду, ставьте мне 3. 2 Рома. Мы не в баре, но если хотите выпить... Рома, 2! Завтра без родителей в школу не приходи! Окей, а послезавтра? Прикольное это видео. Это адская училка. Да, канал называется. Очень смешно, она снимает прикольный сюжет. Креативно. Да. Костюм такой, типа учительница, типа такая строгая злая училка. И... образ вообще. Давайте дальше. Так, дети, давайте решаем уравнение. Вот это. Кто знает, как решить? Я. Как много людей. Молодцы. Ну ладно, а тогда иди, Вовочка. Так, дети, кто может решить вот этот пример? Понятно. Как всегда, нифига. Ну тогда по журналу. Белицкая. Собака сутулая ты. Скажи, пожалуйста, ответ в третьем примере. Учительница услышит. На, сама посмотри. Ты в интернете нашла эти задания? Тихо. Мы без тебя разберемся. Овцачка какая-то, не указывать. Вот именно. Иди в жопу. Так, а тебе все задания? Если да, то надо, а вот я нашла. На. Я не могу. Очень смешно вообще класс. Молодец, Вика. Викуля Белка это была. Как вы заметили, можно менять разные маски. Вот, всякие маски интересные. Есть вот такие смешные рожицы. Вот, тут много всяких интересных масок. Что тут еще? Есть вот с музыкой маски. Что это еще? Тут есть также милые маски. Зайчик, допустим. Олененок там. Красивый, кстати. Или свинка даже. Очень милая маска. Ну, мы посмотрели угарные видео. Давайте теперь посмотрим наши таланты. Классно, девочка растянутая, ей же занимается гимнастикой. Да, она очень классно тянется, молодец, продолжай в том же духе, старайся, как бы, да. Вообще, так, я даже не представляю, как можно тянуться, это же... Да, я не понимаю. Давайте посмотрим второй. Мы с тобой были вершинами айсбергов, и если таяли, то от любви. Каждый рассвет словно цвет алых парусов, каждый закат словно отряд. И пока ты дышишь, я буду молчать. Я тебя слышу и с тобой буду дышать. Мы айсберги и боремся за выживание. На сером ветрам мы айсберги и боремся за выживание и океана дыхания. Очень красивая песня. Мы залипли, нам очень понравилось. Мы посмотрели дальше
очень хороший голос, да, и нам очень понравилось. И еще вдобавок она играет на пианино. Да, тоже да. И как вы заметили, в видео использован фильтр черно-белый, как бы с красным выделением. Да, ногти у нее прям так выделяются прикольно. В Квай есть много разных фильтров. Вот, мы сняли видео, и теперь нажимаем на значок фильтры. И здесь много разнообразных фильтров. Можно поставить яркий. Можно поставить черно-белый. Можно поставить... Ну, очень-очень много разных фильтров. Ну, мы тоже иногда меняем фильтр, нам нравится. А еще в Квай проводятся часто конкурсы на крутые призы. Вы даже парочку раз выиграли. И вы тоже можете выиграть в конкурсах, если будете участвовать. И следите за своими сообщениями. Там вам будет оповещение приходить о результатах там, о конкурсах, о новом хэштеге. Вот, от Квай Офисел, официальной страницы Квай. Так что обязательно участвуйте, следите за своими сообщениями. Конкурсы вы найдете под хэштегом. Вот, например, недавно проходил конкурс Квай Офисел. Для участия в нем нужно было выложить видео, где вы снимали какой-то, озвучивали сами, а выигрывали какой-то кусочек из фильма или мультика. Или придумывали сами. Давайте посмотрим такие видео. Как хорошо здесь, можно потусоваться. Она-то пришла в таком же платье, как и я. Что же ей можно сделать, чтобы я была только в этом красивом платье? Есть идеи, подсыплю ей снотворное. Ой, как водички захотелось. Мне надо срочно отойти. Отличное время предложить ей снотворное. Ну что, пусть дожидает. Все, можно попить. Что-то мне как-то плохо стало. Ха-ха-ха. Все, теперь я только в этом шикарном платье. Ну как вам, понравилось это видео? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Такая милая девочка сыграла две роли, ну а чтобы было легче, не останавливать то и дело ходить туда-сюда, да, можно сделать двойной экран. Чтобы узнать, как это сделать, заходите в хэштег в Квай секреты Квай, там все есть, там есть как все поставить секреты. Маску, как сделать длинное видео, как сделать короткое видео, вы знаете, как сделать легче, чтобы все было, дуэт. Да, как дуэт, как двойное видео сделать, там все есть, заходите, смотрите, так будет намного удобнее делать два образа одновременно, если вы один человек. Золушка. Скоро будет торжественный бал. Я хочу попасть на него. Золушка, ты не пойдешь ни на какой бал. Ну как, матушка, я всего лишь хочу взглянуть одним глазком. Дайте мне возможность это сделать. Ну разве если только сошьешь мне платье? Да, я сшила вам платье, посмотрите. Неплохое платье. Спасибо, Золушка. А теперь перебери всю крупу. И тогда только сможешь пойти на бал. Хорошо, я переберу крупу. Матушка, я перебрала всю крупу. Можно мне теперь пойти на бал? Я тут подумала, ты не пойдешь ни на какой бал. Нельзя, ну вы же обещали. Какое красивое платье, я пойду на бал. Это моя фея крестная, спасибо тебе. Это было видео из избранных. Молодец, получилось как настоящий фильм. Хорошо вообще ты сделала. Опять же, образы. Да. Матушка, Золушка, мачеха. Вот. Было очень интересно смотреть это видео. Участвуйте во всякими хэштегами, во всяких конкурсах. Обязательно. Интересно. Выигрывайте призы. Снимайте интересно. Оригинально. Обязательно скачивай Квай. Заходи, снимай там крутые видео. Опубликовывай их под хэштеги под разные конкурсы. А еще сними видео под хэштегом «Я в Квай», может быть, именно ты попадешь в следующую подборку.
Главное, чтобы твое видео было оригинальным, качественным и ярким. Всем удачи, подписывайтесь на наш канал Сквай. Возможно, мы вас тоже заметим, и может быть даже подпишемся или поставим лайк. Всем удачи, всем пока!